Социальные сети уже давно стали не только средством общения, но и способом заработка для мошенников. Один из самых популярных – взлом аккаунта с последующим сбором денег под разными предлогами. Самая распространенная схема мошенничества осуществляется под предлогом одолжить некоторую сумму денег. Сообщение с такой просьбой рассылает якобы хозяин аккаунта пользователям из списка друзей. Другая схема. Приходит сообщение о вымышленной трагедии, произошедшей в семье вашего знакомого, а также фото банковской карты, на которой указаны его данные. На самом деле это изображение – фотомонтаж. В апреле текущего года в Главное управление поступило заявление от гражданина, который сообщил, что его учетная запись ВКонтакте была взломана, в результате чего знакомым были направлены сообщения с просьбой одолжить денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. На просьбу откликнулись несколько человек. По данным фактам возбуждены уголовные дела и в настоящее время расследуются сотрудниками полиции. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать несколько правил. Например, если в социальных сетях вас попросили о денежном переводе, попросите знакомого перезвонить вам. Если возможности связаться нет, задайте несколько вопросов, которые помогут удостовериться в личности собеседника. При переводе денежных средств по указанному в сообщении номеру карты обязательно следует обратить внимание на имя и отчество получателя платежа. Они отображаются у большинства банков в онлайн-кабинете.